Тутаевское шоссе придется объезжать. Через 2 недели начнется капитальный ремонт дороги. Полностью перекроют участок магистрали от улицы Елены Колесовой до Урицкого. Кроме того, по улице Блюхера будет введено одностороннее движение. Автомобилистам придется искать пути объезда. Вместе с тем, общественный транспорт изменит свое движение. Так, например, 3-й троллейбус сократит маршрут и будет курсировать от Ярославля Главного до остановки Техуглерод. А 4-й троллейбус и вовсе будет закрыт. Вместо него появится временный автобус 4Т. На магистрали также планируется реконструировать все инженерные сети. Этот и другие вопросы затронули на совещании в мэрии Ярославля. Работы на Тутаевском шоссе пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Конкретно на эту магистраль выделено больше 600 миллионов рублей. На этом участке будет введено именно полное ограничение. В дальнейшем Тутаевское шоссе также будет ремонтироваться, но там уже будет реверсивное движение вводиться, как мы видим. То есть такого уже полного введения ограничений не будет. Это временное ограничение, которое мы согласовали и с ГИБДД, и с Департаментом дорожного хозяйства, и подрядная организация, соответственно, в соответствии с этими уже ограничениями готова будет выполнить тот необходимый объем работ, который в контракте прописан.